На базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошел конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женщин «Краса ВДВ-2020». Соревнования прошли в преддверии Международного женского дня. В них приняли участие военнослужащие со всех уголков нашей страны, от Пскова до Уссурийска, от каждой части соединения воздушно-десантных войск. В рамках этапа «Сила оружия» десантницы не только показывали красоту, но и продемонстрировали профессиональные умения. Они собирали и разбирали автомат Калашникова и стреляли из пистолета ПМ по мишеням. Позднее в одном из ресторанов Тулы девушки показали свои кулинарные умения, а на конкурсе «Кутюрье» – навыки кройки и шитья. В конкурсе принимали участие 12 победительниц отборочных этапов в войсках.